Ой, я отлично провела лето. Вообще, очень здорово. Чем занимались и что стало главным событием? Гуляла с друзьями, купалась, плюс за граница была. Самое хорошо это лето здесь, в Владивостоке. Просто-напросто, как никогда, не дождливо. Поэтому мы здесь провели. Вот. Ну, море, пляж? Да, море 300 метров от дома, так что... Проблем нету. Лето хорошо провела. Ну, чем занимались? В отпуск ездила, к бабушке ездила, на море ездила. Работала, поступила в институт. Для нас поездка в Гонконг, Диснейленд, Оушен Парк. Очень замечательно, всей семьей провели время лето. Работа, дом, работа, дом. Сделали ремонт. А я просто поступил и доволен. По вашему мнению, идеальное лето, оно какое? Что нужно делать, как его проводить? Ну, я думаю, съездить на море с любимым человеком. Это самое идеальное лето будет. Поехать куда-нибудь, отдохнуть хорошо. На природу или за границу? Ну, за границу это вопрос такой. Выезд на природу. У нас лодка моторная, как говорится. На острова куда-нибудь. Подальше от грязного моря к чистому морю. А для вас идеальное лето это какое? Вот как нужно провести лето? На морях. Его нужно проводить весело. Позитив – это главное. Ну, знаете, была бы получше погода, тогда, ну, был бы совершенно другой разговор. Проблема. Вот человек, который говорит, что погода подкачала, а что вам не понравилось? Ну, дождливая погода. Идеальное лето. Идеальное лето – это хорошая погода и все в порядке в жизни.